Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью». О фестивале современного и актуального кино «Алафейская гора» мы поговорим с его художественным руководителем Сергеем Новожиловым и народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной. Дорогие наши гости, очень радостно вас видеть в Тобольске. А скромно так мы говорим, что Тобольск претендует на звание кинематографической столицы Сибири, потому что кино у нас и снималось, и сейчас снова снимается, к нашей радости большой. А, Сергей Владимирович, поэтому здесь фестиваль? Вы знаете, давняя мечта была оказаться в Тобольске по одной из своих профессий. Я историк, хотя я занимался белой эмиграцией в странах Восточной Европы, но все равно как раз период начала 20 века, естественно, я много читал о городе. Ну и плюс все-таки наш генеральный партнер на Амурской осени – это холдинг «Сибур», с которым мы работаем тесно уже 6-й год. И мне хотелось знать, а где же «Сибур» еще располагается? Оказалось, у нас, в общем, самая большая площадка. А оказывается, центр-то в Тобольске. И поэтому я оказался впервые в прошлом году в городе, и так все, звезды сошлись. И когда мы стали говорить, я знал, что Женя Миронов сюда привозит Театр нации каждый год летом, но понял, что кинофестиваля нету. Знал, что есть Ханты-Мансийский, естественно, фестиваль, я там бывал. И Тобольск, когда я первый раз его увидел, посмотрел, как у вас здесь все грамотно сочетается, современная часть города и старинная, и мне показалось, что это пространство просто идеально для кинофестиваля. Вот, собственно говоря, так все и началось. И потом мы стали работать, да. Ну, тут год практически же вы шли к этому, да? Да, год. Как вы поймете, что фестиваль, да, удался, что все не зря, или первый фестиваль всегда так комом немножко? Ну, вы знаете, я бы не назвал уже его комом, потому что все-таки мы стартовали, все долетели, кого мы хотели. Я и в этом году прилетал уже несколько раз. Есть какие-то мелочи, нюансы, которые знаем мы. Но если зритель этого не чувствует, значит, идет как следует. Когда уже церемония закрытия состоится, и можно выдохнуть и проанализировать, тогда я могу вам сказать, что он состоялся. А пока он идет. Но все равно он состоялся уже, потому что по сегодняшнему, уже сколько прошло, уже чувствуешь, что зрители заинтересованы, они получают радость и удовольствие от нашего фестиваля. Это уже здорово. Я просто хочу сказать, что я не первый раз в Тобольске. Я благодарна Сереже, что он меня пригласил на этот фестиваль. Я здесь одна такая. Это я одна из магикан, понимаете? Да. Я вот это из команды, как это самое. Легенда. Мы называем ее легендой. Да, динозавр такой, в общем. Легенда. Вот, и я, да, потому что я была в Тобольске, я его не узнаю, потому что он, конечно, изменился очень, потому что были 80-е, 70-е, по-моему, конец 70-х. Конечно, контраст. Никого из вас еще даже в помине не было, там даже не задумывались, что вы появитесь на свет. Но я, в общем, очень рвалась в Тобольск, но, к сожалению, у нас этой поездки нет. Я все хочу попасть в Покровскую. Покровку. Потому что в тот раз, когда я была, я была там, где декабристы показывали, как они жили, но я не попала в дом Распутина. Я все хотела на этом стуле посидеть. Представляете, говорят, что сразу карьера растет. Да. Да. Поэтому чушь не указывает. А он далеко находится? Это между Тюменью. А, ну это не Тобольский район? Нет, это сторону Тюмени. Представляешь, на стуле. Говорят, наш мэр города посидел и стал мэром города Москвы. Сергей Собянин, да, на этом стульчике. Ну он-то наверняка, он же наш выходец из нашего земляк. Посидел. Он вообще тюменский, да? Он не тобаляк. Он не тобаляк, нет, он вообще с севера. Вот я поэтому рвалась сюда посидеть на этом стуле. Правда, мне уже нечем мечтать о карьере, но все равно. Как знать? Сейчас как рванет. Бывает, что в конце бабушка становится звездой. Ну ты и так звезда, просто будешь продолжать свою звездную линию. Отлично. Приятно слышать. Вот как раз хотела спросить Ларису Анатольевну, насколько вам интересно участие в таких небольших, компактных, но, наверное, самобытных, хочется верить, конечно, фестивалях? Ну, я бы не сказала, что это небольшой фестиваль. Он же здесь только народ. У нас фестивали вообще маленькие есть совсем, а у Сережи всегда масштабные фестивали. Вот, во-первых, у него много фестивалей. Я вообще поражаюсь, как Сергей Владимирович вообще все это успевает создавать все эти фестивали. Каждый, в общем, разный. Каждый самобытный, вот из Наечки одно, Благовещенское другое. Понимаете, все время разные, где-то в Сочи еще третий там. Но все они какие-то разные, они совершенно не похожи друг на друга. Но мне нравится принимать участие в фестивале, потому что это моя жизнь. Тем более я благодарна сейчас, что попала на этот фестиваль, потому что здесь молодой фестиваль. Здесь сплошные молодые актеры, молодые ребята красивые, молодые девушки. А я в таком возрасте, я не могу ходить в
ту компанию, то общество, где моего возраста люди, как в работников искусства в ЦИДРИ в Москве. Я сразу себя плохо чувствую. А здесь я, наоборот, возрождаюсь, у меня настроение. Конечно. Энергия. Я молодею сразу. Абсолютно. Да. Так что я благодарна. Я помню Лидию Николаевну Смирнову, кстати, которая родилась здесь, а мы с ней дружили, и Лариса, и я. И она всегда мне говорила, надо общаться с молодыми. Сам чувствуешь какой-то прилив энергии. Правда, конечно, Лариса? Конечно, правильно. Если говорить про кино, благодаря фестивалю мы, табляки, увидим большое качество, хорошее кино на широком экране. Разное причем. Да, разное. Такое разноплановое, короткометражки, полный метр. Вот вопрос такой философский, наверное. Почему обычно это кино до зрителя, особенно до регионального, не доходит? Вы знаете, какая проблема, на мой взгляд, не знаю, согласится со мной Лариса или нет, вот те так называемые блокбастеры, которые рекламируются на центральных каналах, где участвуют сами центральные каналы, естественно, они рекламируют их. Это большое жанровое кино, не будем называть все эти фильмы, вы все их знаете. Вот на них народ ходит, потому что они продаются, а подавляющее большинство продукции все-таки они малобюджетные. И, естественно, очень сложно попадать. Кто-то выкладывает потом на интернет-платформу, иногда канал «Культура», кто-то покупает. Конечно, здесь сейчас же все зависит от маркетинга. Ведь иностранное слово, не люблю иностранные слова, но от продвижения, вы правильно сказали. И вот фестивали, их очень большое количество в России, порядка 150, я и то сам все не знаю. Лариса наверняка на многих бывала, помимо не только моих фестивалей. Но они способствуют как раз популяризации нашего кино. Хотя бы так, чтобы была отдача, потому что режиссерам, артистам, особенно тем, кто сейчас дебютирует, их никто не знает. Все-таки у Ларисы Анатольевны огромная биография, и ее помнят и не только то поколение, не только твое, но и молодые все равно лицо. В общем, а молодежь очень сложно. И огромное количество сериалов, которые мелькают на всех каналах, для того, чтобы запомниться, я не знаю, это нужно, наверное, каждый день мелькать на телевидении. Так и режиссеров, я сам не всех знаю. Их огромное количество работает тоже в этой индустрии сейчас. Но чтобы запомнить лица, не общее выражение, как говорят, вот, наверное, фестивали в том числе и нужны. Мне кажется, еще я как-то разговаривал на эту тему с прокатчиками, в общем. И говорят, что очень еще все это стоит дорого, очень да, прокат вот стоит. Это тоже. И не тянут, потому что, чтобы оправдать фильм, деньги, заснятые, заложенные в картину, их нужно вернуть каким-то образом. И они дорого очень стоят. И просто не могут. Я даже помню, когда-то еще даже Михалковскую картину где-то у нас там в Подмосковье должны показывать. И они говорят, мы не могли ее купить. Эту картину. Да, и это тоже. Не хватило денег. Что вопросов очень много. Но сейчас так складывается объективная реальность, да, что голливудской продукции не будет. Вот у нас есть шанс, чтобы потихоньку возвращать зрителя к нашему кино. Я понимаю, что это будет достаточно болезненный и непростой процесс, но все равно кинотеатры же должны работать, да, значит, нужно какие-то придумывать формы, чтобы привлекать нашего зрителя к нашему кино. Вы знаете, в массовом сознании, вот общаясь с людьми, я слышу, что бытует мнение такое, что уровень вообще отечественного кино, ну, не очень. Почему-то люди считают, что у нас хорошего кино не так много. Ну, как, знаете, как отечественный автопром принято, вот огульно, значит, хай. Также и кино, вроде как плохое кино. Может быть, как раз потому, что видят-то вот не лучшие образцы в кинотеатрах, да? Вот вы как оцениваете? Вот, собственно, Лариса Анатольевна, как человек поколения. Я считаю, что у нас кино очень хорошее. Вот я сколько, поскольку я была несколько фестивалей, была членом жюри, председателем жюри даже, и когда ты смотришь, так мне приходится, когда ты гость фестиваля или участник, очень трудно посмотреть картины все, не успеваешь, потому что много других встреч. А вот когда бываешь членом жюри, ты приходится смотреть. И я вижу, что много хороших фильмов, очень много хороших фильмов. Никуда оно не умерло, оно есть, существует. Просто, говорю, не доходит вот из-за таких проблем, которые мы говорим, не доходит до зрителя. А картин очень много хороших. То есть молодежи есть что сказать. Да. Какие темы поднимают? Вот сейчас, допустим, даже вот у нас 9 картин полный метр, 17 короткометражек. Что вот, какие темы превалируют? Самые разные. Вы знаете, от проблем пожилых людей, которым не очень хорошо живется, до молодежи. Которые тоже порой тоже, да. Нет, порой. Очень разные и очень разножанровые. И от такой трагикомедии, как, на мой взгляд, фильм «Бабки», там, до драмы. И человеческие отношения. Я думаю, что вот главное человеческие отношения, да, это картины не назовешь в прямом смысле зрительскими, хотя «Бабки», я считаю, что зрительская картина. Ее, кстати, будет представлять Никита Владимиров, внук Алисы Брунной-Фрейндлих, он выступает здесь как режиссер.
Так что прилетает представить свою картину. Вот на ваш взгляд, побывав в Тобольске, уже кинематографическая судьба его перспективна? И я думаю, да. Фестивальная тоже. Фестивальная. Мы бы очень хотели, чтобы фестиваль стал ежегодным, мы на эту тему говорим. Но для нас очень была и будет важна поддержка зрителей. Если зритель поддержит нас, то, конечно, будем обязательно проводить. Конечно, думаю, что следующий фестиваль уже будет стоять вся красная дорожка до шоссе, там будет усыпана народом вся площадь. Потому что вот сейчас поймут же зрители, посмотрят и будут рассказывать, как это сарафанное радио, оно такое, но лучше, чем мобильные телефоны. Лучше, чем всякая реклама. Ну, плюс у вас, мне кажется, зритель достаточно подготовленный к восприятию серьезных тоже произведений. Я был в театре в прошлый свой приезд. Мне безумно понравился «Шут Балакирев», например. Я понял, что у вас очень сильная труппа, например, в театре Ершова. А потом все-таки Тобольск не обделен вниманием и кинематографистов, и театралов. И я знаю, что у вас книжный фестиваль большой проходит. Так что вот как раз кино, фестиваль – такая вишенка на торте. Поэтому я очень рассчитываю, что это будет продолжение иметь обязательно. Отлично. Спасибо вам большое за разговор. А я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Новожилов, художественный руководитель фестиваля «Алафейская гора», и Лариса Лужина, народная артистка РСФСР. А у меня на этом все. Всего доброго.